Фильм «Первая республика» Булата Юсупова покажут в США с 6 по 14 ноября в Лос-Анджелесе. Пройдет Азиатский международный кинофестиваль. Булат Юсупов представит свою ленту в конкурсной программе. Кинофестиваль представляет фильмы из более чем 50 стран Азии, от Турции до Японии и от России до Индии. Он уникален тем, что в основном демонстрируют фильмы с азиатского континента, которые были представлены в Академию кинематографических искусств и наук и на премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранных языках.